Всем привет! С вами снова Джонни, и мы продолжаем прохождение Дезире. Цветочный горшок. Это просто цветочный горшок. Есть что? Дезире, хватит! Очевидно, ты сейчас скажешь, что это камень, да? А пригодится ли мне столь тяжелый камень, столь поздний час? Мать твою, у тебя горшок и почтовый ящик был. Чё ты камню-то столько слов сказал? Дебилоидышка ты мой. Ничего не видно, слишком темно. Открыть. Дверь заперта. Барбекюшу сейчас замутим. Как много времени прошло с тех пор, как мы последний раз собирались здесь вместе на барбекю. Окно. Шторы очень плотные, ничего не видно. Так, сейчас там, короче, мы трупешник найдем, который разлагается уже 8 дней. Займусь садовыми работами в другой раз. Ну пойдем, чё, пойдем стучать, звонить Дамьену. Никого нет дома. Я тебе говорю, там трупешник разлагается уже в щели. Шторы плотный, камень возьми. Камень и шторы откроют. Да пригодится, я тебе говорю, шторы откроет. Че ты тупишь-то? Кто-нибудь вообще видел хоть раз, чтобы камень не открыл шторы? Давай еще под ковриком, ничего нет? Дверь заперта, нужно найти способ попасть внутрь. Дезире, я тебе три раза... Это просто... А под ним... Как же обычно делают, либо под этим под ковриком, короче, ключ оставляют, либо куда-нибудь зарывают его в цветочный. Сейчас ты мне согласишься, что нам камень пригодится? Да ты мудень вообще, ты нормальный. О, а нет, это просто окно. Ничего не видно, говорит. Пойдем еще раз. Заперта. Ничего не видно. Все у него заперто, ничего у него не видно. Че за дом такой неправильный. Что-то было... А, это барбекю. Ребят, я, как обычно, что-то, скорее всего, не вижу. Я понимаю, что вы уже, скорее всего, видели, куда мне нужно ткнуть, чтобы победить. Но я не соображу. Дверь заперта. Нужно... А у меня есть что? Я вообще ничего нет. Куда ткнуть-то в тебя нужно? Объясните мне, пожалуйста, человеку недалекому. Звонок не работает. Нет у него кнопки. Окна. А, подожди, а если мне на разные окна нажать? А какая хер разница, шторы-то одни? Это что за хрень? Хрень какая-то. Барбекю. Да я опять все перетыкал уже, ну как так-то? Хренов ли тут так мало тыкалок? Тыкалок должно быть много, чтобы я сообразил, куда мне правильно тыкнуть нужно. Почтовый ящик домен, я понял. Цветочный горшок, камень тебе опять не нужен, да? Ты мудак какой. А маленький камень какой-нибудь, вот этот маленький, нет. Ребят, серия началась 2 минуты назад, я, короче, в тупике уже. Я в тупике. А, камни, подожди, камни. Хера мне, даже камни ничего не делают. У меня вообще с камнями какая-то беда сегодня. Этот не работает камень, эти камни вообще какие-то пацифисты. Ни хрена за меня делать не хотят. Собаки неодушевленные. Чё ты там нашел? Что-то торчит из земли, похоже на... Это ты у меня кусок металла! Иди, стоять, сука, иди сюда! На меня смотри! Еще ближе подойди! В тень иди, в ночь иди, в гнездо... Так, кусок металла... Иди сюда, я тебе говорю! Вот посмотри мне в глаза, Дезире! Какого хера? Сколько раз я тебя посылал в кусты... Нет, вот сюда, вот встань, вот сюда, вот, смотри... Сюда... Ты мне тут не зыркай по сторонам, на меня, вот так вот на меня смотри. Сколько раз я тебя посылал в кусты? Сколько раз я тебя посылал в кусты? Даже сейчас оттуда ничего не торчит. Как ты увидел в 18-й раз, когда ты направился в чертовы кусты, ты увидел, что там торчит железка. Почему ты до этого не видел? Сейчас там торчит точно та же, убери нахер, та же самая вот эта вот хрлядяня, которая, блядь, и торчала до этого. Дезире, сука. Мохнатая, ломай. Я тебе сейчас ее... Слышишь? Будешь, я тебе говорю, я тебе лоб пробью. В смысле зачем? Затем, что ты херел уже, ты собака. Ну это просто нечестно, ребята. Иди взламывай что-нибудь. Да ты взламывать будешь что-нибудь в этом жизни или нет? Ты нормальный? Нужно найти способ попасть внутрь. Я тебе даю способ. С дверью. Не хочу. Дезире.
Честное слово, если ты не закончишь страдать своей голубой херней, я тебе этот кусок... Хотя тебе это только во благо пойдет, по-моему, да? Вон, что-то нашел. Не получится, такой кусок металла слишком толстый. Ты дурак, нет? То есть в хату ты вламываться не станешь, а почтовый ящик ты взламывать собираешься, да? Первобытная мохнатая обезьяна. Поточил? Нихера ж не изменилось! Вообще нихера не изменилось, Дезире. Чё там? Ключ от дома. Дебил хранит ключ от дома в почтовом ящике. У нас почтовые ящики так не обороняются. Вы чё, с ума сошли, что ли? Там уже труп, да? Вот если там труп, это всё из-за тебя. Из-за того, что ты тут 20 минут жуёбу страдал. Никого нет. Он уже уехал, понял? Или в морозилке спит. От тебя спрятался. Я тоже от тебя спрятался, и не надо было тебя проходить, если бы. Вот бы сейчас приехала бы полиция. Судя по корешкам, он регулярно делал пожертвования в фонд помощи детям, пострадавшим от насилия. Я этого не знал. Сейчас, ну, выключен пароль, я не знаю. Приехали бы полиция, я не знаю. И послала бы его куда-нибудь в Гуантанамо лет на 20. Я не замерз. Да мне похер. Труп. Я не привык распоряжаться содержимым. Конечно, вламываться в чужую хату можно. А холодильник чужой открыть — это святое, да? Собака. Помню время, когда у него было несколько таких шкафов. Много книг, дисков и фильмов. Он, большей частью, он избавился. Мало что выдерживает проверку времени. Так, я таймер забыл включить. Дебил. Все не слава богу с этой серии, ребят. И чё? Слышь, идиот. А, сейф. Сейф заперт. Спасибо, Кэп. У меня есть ключ. Подойдет. Это не... Как это не тот? А, я понял, да? Где это тут? Херов. Я б не стал. Все мы знаем, что ты б не стал. Нет. Ну пойдем, выйдем, я не знаю, в сад. Может, там уже приехал кто. Мяу. Опа! Опа, нихера себе! Иди сюда, кошак. Кошак ты мой... Это кошка Домена. Ключ! О, на ошейнике висит ключ. Иди сюда, кис-кис. Ага, ага, полегче, тигр. Похоже, она проголодалась. Холодильник чё? Во, хорош, вот это, во. Самое то, курятина в обмен на ключ. Кошаки такие, с ними торговаться самое то. Нравится? Ну еще как, сейчас она, не лезь пока кошак, вот мне страшно лезть. Я по своему кошаку знаю, что если к нему полезть, пока он ест, он продолжит есть только тебя. Ну-ка. А чего же это, дай мне, блядь, подумать, а чего же это ключ? Давай мы подумаем, что он от сейфа. Как тебе такая идея? Нихера себе подошел! Вот это да! Это вообще нельзя было ожидать, читай! Анонимное письмо, похоже, напечатано на машинке. Я знаю, кто ты такой, знаю, чем занимаешься. Ты мне за все заплатишь. Я пока не буду вызывать полицию. Дам тебе помучиться в ожидании. Никакого сна по ночам, понял меня, гадкий извращенец? Я слежу за тобой прямо сейчас. Не тешь себя иллюзиями. Тебе не спрятаться от меня, я всегда рядом. Это какая-то жесть. Парень, написавший это, явно замешан в исчезновении Домена. Знать бы еще, о чем он вообще пишет. Какие еще тайны могут быть у Домена? Любые, мать твою! Нужно обсудить это с Энди. Кошака возьми, кошак один, кошак голодный. Ух ты ж, ебать, ты кто такой? Готов спорить, это его сосед. Это он виноват в том, что Домен исчез. Даже не знаю. Он мне всегда казался каким-то странным. Каждый раз, когда я бывал у Домена, этот сосед всегда так осмотрел на меня со своего участка. Эй, ты, урод! Даже не смей проехаться на своей коляске по моему газону. Но у нас нет доказательств. Так нужно их найти. Как? Надо порыться немного в его вещах. Взлом с проникновением. Вот это мы так, вот такого мы еще с тобой не делали, да? Буквально 10 минут назад. Слушай, возможно, Домен сейчас в плену у сумасшедшего соседа. А мы тут тянем время. Мы не можем просто сидеть здесь, сложа руки. Если с ним что-то случится, мы себе этого не простим. Ты что там планшетная зверюга делаешь? Так, ребят, время чайка. Отлично. Энди, швейцарский, возьмем. Это не мое. Какая нахер разница? Если хочешь, я достану тебе такой же. Нет, не стоит пойти. Как не стоит? Стоит. Ты вообще в квестовой игре находишься или где? Тебе пора привыкать, что вещи тебе нужны. Вешалка. Это не мое. А где же есть хочешь, я найду тебе такую же. Выход, спальня. Пойдем в спальню.
Я бы не хотел заходить в его спальню. Я бы тоже не хотел этого. Конечно, не хотел. Ты... Минутка черного юмора, ты и не сможешь войти в свою спальню. Конец минутки черного юмора. Так, что у нас там дальше есть? Энди, поговорим. Тебе не кажется, что ты перегнул палку с Элоди? Когда это? Когда без прикрас присказал, высказал все, что о ней думаешь. А, это? Мне жаль, что получилось так грубо. Ты же меня знаешь, когда выпью, не могу держать язык за зубами. Я не хотел задеть ее за живое. Да, знаю. Так я и сказал. Но ты же не будешь спорить с тем, что эти ее извращения тошнотворны. Черт! У наших поступков есть грань, за которой мы перестаем быть людьми. Это, конечно, ее тело, и ее дело, как им распоряжаться. Но такое все же стоит скрывать от окружающих. Ты в ней разочаровался? Я ничего против нее не имею, она надежный друг. Я просто не хочу быть лицемером. Высказал то, что думаю, хоть и в ущерб дружбе. Она заслуживает большего. Ладно. Дезире, я тебя, конечно, не простил, но сейчас интриги навели, прям повысили уровень интриги, нехеровый такой. Приделал что-нибудь новенькое. Мы возвращаемся к минутке черного юмора. Нет, и убрал все навороты, которые ставил. Зато теперь у малышки новый двигатель. С управлением с планшета. То есть ты теперь официальный автомобиль? Суперкар Энди. Да, как ракета. Так, закончили минуту черного юмора. Не хочешь заявиться на Паралимпиаду? Взять золото, например, или отобрать у кого-нибудь. Чтобы я стал частью этого блошиного цирка и кормил жирных спонсоров? Нет уж, спасибо. Ни за что на свете. Пусть кто-нибудь другой выжимает крокодиловые слезы из глаз этих лицемеров-комментаторов. Нет, это все не про меня. Ну, отчасти это шоу, конечно. Отчасти? Не смеши меня. Там же шагу не ступить, чтобы не вляпаться в лужу натужного сочувствия очередного любителя зрелищ. Да, я инвалид, но об этом незачем кричать с телеэкрана. У меня от этого ноги не вырастут. И если уж соревноваться с кем-то, то без лишних глаз, с членами группы поддержки, например. Жадность одних уничтожает достоинство других. Давайте обсудим письмо. Все довольно туманно. Не могу понять, почему Дамия не рассказал мне о письме, и что вообще такого плохого он мог сделать. Я тоже не слышал от него ни о каких письмах, но... Кажется, я знаю, о чем там написано. Знаешь, о чем же? Я уже много лет знаю Дамьена. Однажды давным-давно он мне кое-что рассказал про себя. Я видел по его глазам, что ему не до шуток. Он не мог больше держать все в себе. И в тот день я понял, что он и правда честный парень. Честный парень, у которого хватает сил, чтобы не натворить глупостей. О чем ты? В чем он тебе сознался? Мне не нравится обсуждать это за его спиной. Но нам пора действовать, пока не стало хуже. Так вот, все, что я знаю... Говори уже, мать твою! Я обещаю сохранить твою все в тайне. Дам, я никогда ничего такого не делал. Я уверен на 100% и готов поставить на это свою жизнь. Но так уж вышло. У него всегда было это влечение к детям. О, я понял тебя. Каждый из нас несет свой крест. Но он не побоялся встретить своих демонов лицом к лицу. Я уважаю его за то, что он всегда понимал, что ему стоит делать, и чего не стоит делать ни за что. Понятия не имею, как бы я провел себя на его месте. Охереть, ребят, просто... Вы представляете, сколько просто поворотов интриг в одной чертовой серии? Господи, что ж там дальше-то будет? Так в чем проблема-то? Если не виноват, о чем пишет парень? Я не знаю. Тот, кто устраивает травлю, всегда считает, что трудится для всеобщего блага. И начинает всегда со своих соседей. Это объясняет все эти чеки. Чеки? Именно поэтому Дамиан так много отдает фонд помощи детям. Конечно, он понимает, что только сдерживает себя. Он не решит всех проблем. Дамиан хорошо зарабатывает и может позволить себе помогать другим. Кажется, он говорил мне что-то о том, что хотел бы избавить всех детей от страданий. Вперед, мы должны торопиться. Нам нужен план действий, и нужен он срочно. Заводи тарантайку свою! Да какой... Сейчас, короче, прыгаем на коленки, ему он тарантайку заводит, и ти-ти-ти-ти-ти-ти по встречке просто. Вообще шикарно будет. Окей. В смысле, окей, пойдем, чё ты тупишь? Да не надо мне минутку, пойдем! Минутку, говорит. Нет у нас минутки, там Дамиан в беде. Не сейчас. Чё не сейчас ты? Пойдем, я тебе говорю, ты дурачок, что ли, какой... Почему ты обходишь постоянно?
Да как жду-то? Где хреново хрен, что пойдем, поехали, помчались вперед на оленях с зимних трех. Спальня, пойдем. Да ё-моё, нож. Это не мое. Да я понял, что не твое. Чё ты от меня хочешь-то? А, на, письмо почитай. Он уже знает. На тебе кусок металла в ребра. Зачем? Не знаю, приделает. На тебе ключ от дома. Мне так не кажется. На тебе ключ от ошейника. Лучше не буду. Бесполезный ты кусок неправильного чего-нибудь. Вешалка, спальня. А ничего нету, все. Все закончилось, выход. Да не как-то, не сейчас, сейчас выходим, езжаем к Дамину. Дамин в беде, ядрить твою мать. Дезирес. Еще что-нибудь приделал коляске? Да, автомобиль, смешно, ха-ха. О, валим. А, я не могу ничего делать? В спальню войти, нож взять, зарезать его нахер. Нет, ничего не могу. Печаль, как ракета. А что мне сейчас делать? Похоже на печатную. Я это уже читал. Прочитал. Лучше не буду. О, а если я сделаю вот так? Нет. А если я сделаю вот так? А, та же самая херня. Веревка! Нихера себе! Вот это я не заметил. Хорош! А сейчас мы с тобой поедем, да? Нет. Без проблем. Свяжи его нахер! Нет? Ладно. Если он сейчас выйдет, это будет означать, что он тут стоял чисто, чтобы обокрасть инвалида. Не сейчас. Так, ищем, что еще можно украсть у инвалида. Что-то же должно быть такое, что можно украсть. Мне так не кажется. Вешалка на... сюда? Не сейчас. Лучше не буду. Чего ты хочешь-то от меня, Дезире? А, подожди, выход. Веревка сюда. Стой, твою мать. А нет, не это самое, не показывается. Дезире. Я б не стал. Вены тебе порежь, скотина хитрая, нет. А все же, да? Или я опять что-то там такого вот прям маленького? Может, где-то кот спрятался? Я вообще сейчас все под микроскопом буду. Вот три дырки есть, может, это от пулевых отверстий. Может, он по-настоящему умеет ходить, например. Спальня. Херальня Энди. Нет, все, я даже... Выход? Нет, просто выход. Я все сделал. Без проблем. Да и чтоб тебя перековернуло-то всего. Че мне делать-то, мать вашу? Нихера мне веревка-то нужна. Я никого даже связать не могу, я ничего с ней соединить не могу. Зачем? Я не знаю, зачем. У меня идеи кончились, Дезире. Колесо ему смажь, я не знаю, что поехал быстрей. Делай хоть что-нибудь. Что ж, давайте мы все-таки тут и тормознем, ребят. Что-то у меня сегодня вообще не работает, голубушка моя. Я не понимаю, что мне делать. Вот сюда ткнуть. Видите, вот ничего мне не работает. Все, куда ткнул, хер его знает. Что ж, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.